хотел, скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Да шаг за шагом нелегко, ABL тебе поможет. Говорим тебе сейчас, ты в команде и тоже. Ты достоин аплодисмента, ставишь цель. Победы в новый день, мы расскажем тебе, как нужно. ABL твоя семья, это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. ABL это мы, расширяем границы. Достоин аплодисмента, ставишь цели, ловишь моменты, вереницею событий. Мы с тобой, мы словно птицы. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели, ловишь моменты. Мы с тобой, мы словно птицы. Нелегко. Мы рядом, значит, мы сумеем все вместе стать еще сильнее. Добрый вечер, здравствуйте! Надеюсь, видно и слышно меня хорошо прямо с самолета, с аэропорта. Первым делом сюда, в офис, чтобы успеть к нам на ежемесячный вебинар, который проходит в начале каждого месяца. И у каждого партнера уже по традиции есть возможность получить заряд энергии, драйва, куража от владельца, от собственника нашего невероятного бизнеса под названием ABL GO. Ведь ABL это больше, чем просто бизнес, и сегодня в стиле GO я постараюсь вам рассказать, чем ABL так привлекательно, чем мы отличаемся от тысяч других компаний, и сегодня прямо с одного самолета практически на другой, но не выйти к вам я просто не мог, потому что действительно есть что вам рассказать, есть
чем поделиться. Но начну я, наверное, нестандартно. Вы все ожидаете каких-то промоушенов, акций, чего-то такого драйвового на ноябрь месяц, ведь именно в ноябре мы с вами празднуем наш день рождения нашей огромной, великой компании APL. И начну я с промоушена, который, собственно, так и называется. Добро пожаловать! Добро пожаловать к нам, в семью APL. И по вашим многочисленным просьбам мы продлеваем этот промоушен. Что это значит? Это значит, что каждый новичок, который приходит в ноябре месяце, он гарантированно получает 50% к своим заказам в течение месяца. Уже в декабре ваш новичок будет получать 100% от своих заказов. Будь то апгрейд или сверхактивность, активность, то есть любая покупка. А в третьем месяце, в январе, он будет получать 150%. Это же касается всех тех партнеров, кто уже присоединился к нам в октябре. Уже с 1 ноября они получают 100%, а в декабре будут получать 150% от своих заказов. Представляете, какая невероятная щедрость в честь дня рождения компании. И это еще далеко не все. Каждый может сегодня к нам присоединиться на льготных, я бы сказал, безвозмездных условиях, сэкономив 25 условных единиц. По всей компании объявлена акция «Добро пожаловать в APL». Для партнеров, которые уже забыли, что такое наша продукция, и готовы снова ощутить потрясающие результаты от применения наших дрожжей. Ведь мы знаем, что из любой компании люди путешествуют то в одну компанию, то в другую попробуют. И я рад, что к нам люди возвращаются и попробуют себя в разных компаниях. Они говорят, что лучше, чем APL, ничего нет. Но, конечно же, и быть не может. Нам с вами практически 11 лет. 11 лет безупречной репутации, 11 лет успеха, вашего успеха вместе с нами. Поэтому, конечно же, нам доверяют и... Уверен, мало какая компания сможет преодолеть все те рубежи, те испытания, с которыми сталкивается любая начинающая компания. Мы же преодолели все сложности, трудности, все виражи. И уже после 11-летия идем просто к товарообороту в миллиард. Вот с такого промоушена я хотел начать, что каждому мы рады. С 1 по 21 ноября мы снимаем плату за регистрацию и... продлеваем промоушен Welcome. Да, буквально сегодня, как вы знаете, я вернулся с форума в Узбекистане. Я был потрясен тем масштабом, той организацией и, самое главное, той теплотой, с которой встречали нас наши организаторы. Буквально в одной минуте посмотрим, как это было. Трудно передать за одну минуту те эмоции, которые царили там, в зале, но могу сказать, что это, пожалуй, был первый форум, на котором присутствовал сразу 4 руководителя компании. Это президент компании, вице-президент по работе с СНГ, директор по продажам, директор по обучению, ну, конечно же, огромное количество амбассадоров, новые премьер-директора, международные директора, национальные директора. Было огромное количество признания,
Но самое главное, это та атмосфера, которая царила в Ташкенте. Ее, конечно, не передать и ни за какие деньги не купишь. Если вдруг вы слышите, что будет событие, на котором будет присутствовать такое огромное количество лидеров и руководителей, это значит только одно. Нужно сделать все, что в ваших силах, чтобы оказаться на этом событии. Потому что наш бизнес делается от события к событию. И именно благодаря таким событиям компания за 11 лет достигла невероятных результатов. Давайте просто посмотрим на эти цифры. Во-первых, у компании свой собственный завод 4500 квадратных метров. На сегодняшний день уже более 350 тысяч партнеров в 75 странах мира на всех 5 континентах. У нас с вами собственная эксклюзивная технология. Ну и главное, что мы уже несколько лет подряд заходим в рейтинги лучших из лучших. Мы лучшие продукт для укрепления иммунной системы, мы лучшая компания прямых продаж, и наш маркетинг-план считается самым лучшим. Ведь мы действительно выплачиваем рекордные 63% в сеть и 74% выплачиваем за клиентов. У компании APL наивысший рейтинг доверия к сетевой компании – это 3А с плюсом. Ну и то, что мы в рейтинге топ мировых компаний с мировыми именами – несмотря на то, что нам с вами только лишь 11 лет. Вот такие заслуги. Я уверен, что каждый из вас гордится так же, как и я, тем, что он в лучшей компании в индустрии сетевого маркетинга. И в этом году мы в очередной раз доказали, что APL Go – лучшая компания прямых продаж. Среди более чем 40 тысяч проголосовавших, компания APL с отрывом в несколько тысяч голосов одержала победу. Да, мы снова компания номер один. Я хочу поздравить каждого, кто принимал участие в этом голосовании. Ну и, конечно же, мы компания, которая не останавливается на достигнутом, ставим себе новые цели. Мы разрабатываем для вас новейшую систему поддержки, так как в прошлом месяце презентовали уникальную современную технологию нашего бэк-офиса с совершенно новым процессом для регистрации, с усовершенствованным магазином, с мультипоиском и, самое главное, с огромным количеством отчетов, которые помогают анализировать ваш бизнес, держать руку, что называется, на пульсе, чтобы вовремя промотивировать, поддержать свою команду, ну и знать, где, как, за что компания вам выплачивает ваши комиссионные. Конечно, мы будем продолжать обновлять нашу систему, и уже на круизе в честь 11-летия мы представим еще больше фишек, еще больше инноваций в нашем бэк-офисе. Ну вот, что значит, когда все пазлы сложились воедино. В APL действительно все, что необходимо для вашего успеха, уже создано. Система поддержки, система обучения с нашим онлайн-университетом, с системой промоушенов. Все это выделяет APL Go из тысяч других компаний. Действительно, в каждой компании, скажете, есть какие-то школы, обучение, но такой четкой, пошаговой системы нет, пожалуй, ни в одной компании, где новичок, не имея опыта работы в индустрии сетевого маркетинга, может прийти, и он будет четко понимать, что ему нужно делать в первый день, второй день, и как спонсор должен поддерживать своего новичка, чтобы привести его к успеху. Все это прописано в нашей системе. Возможности, они сегодня будоражат. Я уже говорил, что мы выплачиваем рекордное количество комиссионных. 63% всей, только вдумайтесь, и нет компании, подобной APL, которая так щедро вознаграждает своих партнеров. И самое главное, я хочу, чтобы вы это усвоили, что когда вам будут предлагать любой план компенсации, когда вам будут предлагать любые другие проекты, задайте вопрос, как часто в их компании за последние 3, 5, 7 лет, 10, менялся план компенсации. Это значит, что руководство, собственники меняют правила игры. Они видят, что они выплачивают огромные чеки. Что они делают? Они залазят в карманы своим партнерам, своим лидерам, меняя маркетинг-план, говоря, что мы улучшаем. Бред. APL за 11 лет ни разу не меняла свой план компенсации. Вот этим я хочу, чтобы каждый из вас гордился. Мы компания действительно новой формации. Знаете почему? Потому что во главе стоит здравомыслящий сетевик, у которого в венах течет страсть и любовь к сетевому маркетингу, опыт построения международных команд, у которого имеется за плечами.
Не зная языка, я строил большие международные сети в Европе. Это значит, что прежде чем мы предпринимаем какое-то решение, мы думаем в первую очередь о том, как отреагирует новичок, как отреагирует лидер. Ведь любое изменение, даже малейшее в сетевом маркетинге, влечет за собой огромный шлейф. И мы это понимаем, всю ответственность. Конечно же, один в поле не воин. За моей спиной стоит огромная команда профессионалов, людей с опытом работы в продажах, юриспруденции, в бухгалтерии, в логистике. Все эти люди помогают мне делать APL действительно уникальной и великой компанией. Наши события, да, собственно, о них слагают легенды. Зайдите на наш канал в YouTube, посмотрите любое наше событие, и вы поймете, что все, что делает APL, это не похоже на другие компании. Мы не копируем. Ну, радуемся, когда пытаются скопировать нас, но ни у кого ничего не получается. Потому что мы с Ольгой, моей супругой, нашим креативным директором, вкладываем сердце, душу в любое событие. Будь то круиз, небольшое лидерское путешествие или большой обучающий форум. Мы компания, которая действительно заботится о своих партнерах. Ну и продукт. Продукт, аналогов которого в индустрии нет и не будет. Вкусные, простые, стильные, уникальные продукты, которые не являются бледной копией чего-то. Ни порошки, ни соки, ни таблетки, которые нужно разводить в стаканах. Не соки, которые замерзают зимой, летом, они киснут, бутылки разбиваются. Таблетки, которые нужно запивать водой, они застряют в горле. И неприятное ощущение того, что я что, больной? Я должен лечиться? Нет, все это в прошлом. Это все равно, что слушать сегодня аудиокассету или CD-диск, а не пользоваться своим смартфоном, где миллион композиций, загруженных в облаке. Понимаете, сегодня компания APL – это компания новой формации. Мы имеем собственную технологию по производству уникальных вкусных дрожжей. И у нас с вами есть собственное производство, которое позволяет нам поставлять продукцию в разные страны. Собственная лаборатория. И я рад, что с каждым годом все больше и больше партнеров, наших лидеров, приезжают к нам на производство и своими глазами видят, как создается этот продукт. Они общаются с технологами, они общаются с руководителями на заводе. И, конечно же, по хорошей традиции, все заканчивается весельем и хорошим банкетом. Как это было в этом году? Давайте посмотрим прямо сейчас. Почувствовать, как бьется сердце APL. Именно для этого каждый год партнеры APL стремятся выполнить промоушен, чтобы лично увидеть собственное производство компании в Молдове, чтобы посмотреть, как изготавливается любимый продукт, благодаря которому сотни тысяч людей по всему миру улучшают качество своей жизни. Попасть на завод – это была моя мечта. Конечно, увидеть это уникальное наше производство – это очень многого стоит. Просто мурашки, мурашки по телу. В этом году гостей встречает директор завода Георгий Ляху. По нашему обычаю, как и по вашему, вообще-то, дорогих гостей и соседей мы всегда встречаем с хлебом и солью. И с, конечно, прекрасным молдавским вином. Угощайтесь, пожалуйста. Посещение производства компании APL всегда больше, чем просто экскурсия. Это теплый прием, вкусный стол, праздничная атмосфера и, конечно, веселая компания. У меня есть предложение сделать леденцы дрожжей APL с вином Каберне. Но шутки умолкают, сердце начинает биться чаще, у кого-то даже наворачиваются слезы, когда перед глазами гостей открывается производственная линия. Ты
попадаешь в сердце действительно компании APL. Это такая большая гордость, что в нашей компании есть собственный завод, уникальная технология, аналога, которой нет. И это позволяет нам расти, развиваться, идти вперед. Мы можем передать вот этот огонь в нашу страну и отвести нашим партнерам, чтобы их зажечь. Это действительно уникальнейшая компания, уникальнейший продукт. Все здесь очень шикарно, гостеприимно, тепло. Вообще мы на заводе уже третий раз. И каждый раз, когда приходит этот промоушен, мы с удовольствием его выполняем. Здесь завод наполнен энергией. Энергией счастья, здоровья, чистоты. Мы находимся уже четвертый раз здесь. И каждый раз у нас учащенное сердцебиение. Это настолько круто. Огромная благодарность коллективу, кто работает на этом заводе, кто прикасается к нашим леденцам. И, конечно, руководству Сергею Сергеевичу, Ольге Владимировне. Традиционно каждый гость получил свеженькую коробочку дрожжей прямо с производственной ленты. На этот раз это был Air. Да, этот продукт нужен всем, потому что именно он нужен как воздух. Благодарим за подарки. Спасибо огромное за подарки, за теплый прием. И мы всегда с вами, наше сердце всегда с компанией PL. Спасибо вам. Но сюрпризы на этом не закончились. Все участники события дальше отправились в легендарные подвалы Крикова на праздничный ужин и дегустацию вин высочайшего качества. Уверен, что в следующем году на нашем заводе побывает еще большее количество людей, чтобы своими глазами увидеть, как создается наша лучшая продукция во всем мире. Да, но 11 ноября этого года мы с вами отметим 11-летие нашей компании. И у меня к вам вопрос, где вы будете в этот день? Я хочу, чтобы прямо сейчас вы задумались о том, как вы отметите 11-й день рождения вашей любимой компании. Обязательное условие – быть в белом, потому что мы празднуем наш любимый день рождения нашей любимой компании. Я предлагаю в каждом городе, в каждом РЦО собраться с командой. Позаботьтесь, чтобы у вас был экран, чтобы вы увидели новый видеоролик, новый инструмент, который креативный отдел вам готовит в честь дня рождения. Ну и, конечно же, с некоторыми из вас я с удовольствием повстречаюсь онлайн. И именно в этот день я объявлю новый промоушен, новый главный промоушен этого года. Да, это будет море признаний, это будет подведение итогов вашей команды, ну и, конечно же, новости от компании. Не пропустите. У вас есть возможность заказать, что называется, звонок с другого континента. Да, я буду находиться 11 ноября на Филиппинах, но обязательно уделю время, чтобы с некоторыми странами, с некоторыми регионами выйти на связь онлайн. Уже есть подтвержденные города. График указан, как всегда, на нашем APL офисе, на нашем онлайн университете, в календаре событий. Почаще заходите в APL офис, в календаре всегда есть расписание моих турне и тех событий, которые посещаю я. Пожалуйста, не позволяйте вести себя в заблуждение, что на каком-то событии будет присутствовать президент. Я только на вебинаре открыто объявляю всем о тех событиях, на которых я бываю точно. Ну и вы всегда можете это проверить, зайдя на сайт APL Office и посмотреть, где, в каком городе, по какому расписанию будет наш президент. Так вот, сообщаю, с 5 по 8 ноября я в Сеуле. С 8 по 13 ноября я в Маниле. Это Филиппины. Хотите поприсутствовать? Я буду рад встретиться с вами в одном из этих городов. Хотите, чтобы ваши партнеры поприсутствовали? Связывайтесь с организаторами и
конечно, можете отправлять туда своих партнеров. В декабре, сразу после круиза, я отправляюсь в большое латиноамериканское турне. 11 декабря Доминиканская Республика, потом Колумбия, затем Перу и Мексика. То есть вот такой вот насыщенный график у президента, который показывает всем, как много энергии у президента. Да? Это не то, что руководство, которым далеко за сколько-то лет, скажем так, у которых нет уже ни куража, ни желания жить, потому что они все попробовали, они уже устали жить. Тогда вопрос, как они могут говорить о будущем для всех вас? Поэтому посмотрите, кто стоит во главе компании, сколько в нем сил и желания жить. Вот именно в эту компанию и стоит идти. Проанализировав десятки, сотни MLM-компаний, могу сказать по секрету. Такой компании, как VPL, просто нет, потому что только у нас такой молодой президент, драйвовый, который готов заразить каждого, даже по ту сторону экрана сидящего, выполнять промоушены, какие-то акции. Что было у нас в прошлом месяце? Давайте по традиции все-таки, хоть это экспресс-вебинар сегодня, 1 числа сразу же, да, но не будем нарушать наши традиции, подведем итоги того, что было в прошлом месяце. У нас было невероятное путешествие в Турцию. Это наш первый такой опыт объявления отдельных промоушенов для Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Для 4 стран мы объявляли пробно промоушен для поездки в Анталию, в отель, 5 звезд, по системе все включено. Более 30 участников выполнили. Помимо 7-дневного отдыха, лакшери отдыха, я бы сказал, под солнцем, с ужинами, по системе все включено, было 2 дня насыщенного обучения от компании. Специально туда отправился наш руководитель, который отвечает в департаменте за обучение. И целых 2 дня провели с обучением, с мастер-классами по косметике бьюти и по технологии Акумулятор-Сей. Даже я присутствовал с нашими партнерами онлайн, правда. И я знаю, что многие партнеры просто упрашивали нас, а почему этого промоушена нет в Грузии? А почему такой промоушен не сработал, не объявляли в России? Почему в Молдове не было этого промоушена? Хотите? Знаю, что хотите. Поэтому с сегодняшнего числа и до 21 ноября мы объявляем промоушен, которым вы сможете воспользоваться уже в первых числах декабря. Мы его так и назвали. Встречаемся в Египте. Это будет Египет, и страна выбрана не просто так. Именно с Египта, с Хургады стартует круиз 27 ноября с теми партнерами, кто выполнил условия и попадает в круиз. Но многие присоединились к нам чуть позже. Кому-то не хватило чуть-чуть доделать, но он тоже хочет быть в эпицентре событий. Он тоже хочет насладиться отдыхом, а самое главное увидеть больших топ-лидеров и лично познакомиться с руководством компании. И мы предоставляем вам такую возможность. Со 2 по 8 декабря даты могут измениться плюс-минус на 1-2 дня, не более. Потому что 4 декабря мы встречаемся в вашем отеле, в конференц-зале, для того, чтобы вы узнали новости с круиза, для того, чтобы вы прошли несколько уникальных эксклюзивных тренингов от топ-лидеров и руководства компании. Ну и потом все это закончится, как всегда, невероятным банкетом, я бы сказал, гала-ужином для всех участников. Поэтому, если вы готовы узнать подробности, я вам скажу, что попасть в Египет проще, чем кажется. Нужно всего лишь сделать 3 простых шага. Шаг 1. Сделать вашу личную сверхактивность в 200. Тем самым вы заявляете, что вы готовы оказаться в Египте. Шаг 2. Первый шаг нужно выполнить до 10 ноября. Шаг 2. До 21 ноября. Подписать в первую линию 5 новичков по 200. Да, вы не расслышали. 5 новичков. Вы не ослышались. 5 новичков по 200. Круто.
Это очень легко сделать. И третий шаг – закрыть по маркетинг-плану квалификацию управляющий директор. А что это значит? Это всего лишь 5000 PV в маленькой ноге или ваша команда суммарно закупила на активность 30 тысяч баллов. И путевка, перелет, проживание и обучение и питание по системе все включено на первой береговой линии Хургады вам обеспечено. Для партнеров, которые уже имеют квалификацию корпоративный директор, мы даем вам возможность стать корпоративным директором на выгодных условиях. Всего лишь простые шаги. 300 ваша сверхактивность, 12500 суммарно делаете в обеих ветках объем, и вы корпоративный директор. Тогда вы точно так же можете подписать 5 партнеров по 200, сделать сверхактивность 200 для участия в промоушен встрече в Египте и отправиться в путешествие. Промоушен действует для управляющих и для корпоративных директоров. Ну, то есть для тех партнеров, кто закроет эту квалификацию или подтвердит заново управляющий директор или корпоративный директор. Вы получаете поездку в Египет по системе «Все включено». Круто? Уверен, что это будет интересная поездка. И вы видите, что с приходом новых руководителей на рынке СНГ мы стали применять новые фишки. Чтобы вы не ждали своего подарка долго. Выполнили, съездили, отдохнули, насладились, вдохновились и с новыми силами снова в бой. Да, ну а партнеров, конечно же, ждет 3 невероятных страны. Иордания, Саудовская Аравия и Египет. Это будет новое удивительное путешествие в честь 11-летия компании. Именно в этом круизе мы подведем итоги лучших из лучших в этом году. Именно в этом круизе состоится признание лучших из лучших. Это будет 11 невероятных историй от наших лидеров, который каждый раскроет одно из составляющих успеха, наших философий и аплодисментов. Это будет 7 дней отдыха, обучения, куража. Ведь вы знаете, что каждая наша поездка, она чем-то уникальна. Она каждый раз по-новому проходит и в новом формате. Да, в этом году это будет вечеринка в стиле агента 007, поэтому готовьте свои наряды. И, конечно же, это будет лидерская поездка. И целый день, один из дней мы посвятим тому, что все наши партнеры будут проходить уникальное обучение. Да. Множество круизов уже было. Давайте вспомним, какие были круизы в компании за 11 лет. Это самый первый круиз по Багамским островам из США в 2013 году. Мы посетили Европу, Италия, Франция, Испания. Мы были на круизе венецианский карнавал, как мы его назвали, Хорватия, Италия, Греция. Мы были в круизе по Гаити, Ямайке и Мексике. Мы были также еще раз на Карибах. Это был карнавал Карибских островов, огромное количество маленьких, уникальных, красивейших островов на Карибах. Мы были на круизе в ритме сальсы, где все тренинги были в танцах, и мы танцевали на Ямайке, мы танцевали на Каймановых островах, мы танцевали на Кубе, сальсу. И был магический круиз из Сингапура, Малайзии, с Вьетнамом, Таиландом. Это, да, вот такие вот невероятные круизы уже были. Самое время задуматься о новом круизе в честь 12-летия компании. Да, действительно, компания уже сейчас планирует следующий круиз, который состоится в 2023 году. Мы решили поставить новый рекорд для себя и вывести рекордное количество партнеров, собрав их на одном лайнере и тем самым объединить два мира, Востока и Запада. Что это будет? Совсем скоро расскажу подробности, чтобы попасть на этот круиз 11 ноября, когда все будем праздновать день рождения нашей великой компании. Разумеется, я расскажу вам условия, что нужно сделать, чтобы попасть в круиз в 2023 году. Но по секрету скажу, что все объемы, которые вы будете делать сейчас, чтобы попасть в Африку, в Египет и встретиться в Египте, все ваши объемы будут засчитаны на главный промоушен этого года. То есть, делая сегодня объемы, продажи, закупки, все это вам зачтется для выполнения
круиза в 2023 году. Да, прогресс бара стартует 11 ноября, но все ваши объемы будут учтены. И вы знаете, что мы делаем просто классные события. Не буду много рассказывать о круизе в 2023 году, хотя мы знаем, как это пройдет. Но просто давайте вспомним, как мы в прошлом году собрали лидеров и провели события под названием «Летняя Кока». Каждый вебинар, по традиции уже, не будем ее тоже нарушать, я показываю новые ролики о наших участниках, их глазами на самое, наверное, масштабное, самое дикое, дерзкое событие за всю историю индустрии сетевого маркетинга. В 2021 году это была дикая Панама, но мы уже готовим события, которые будут в следующем году. Я бы хотел показать вам, как прошла летняя академия, глазами победителя, глазами человека, который получил от компании Tesla и уже несколько, ну сколько год катается на новеньком автомобиле. Ну как он к этому пришел, прямо сейчас посмотрим. Тина Мальсом и Келли Винсент – победители летней академии APL. Событие, которое создано для того, чтобы прокачать лидеров компании, закалить характер, сделать их лучше и увереннее в себе. Давайте проследим за тем, как семейная пара из США справлялась с испытаниями дикой Панамы и постараемся выделить те грани этих сильных личностей, которые помогли им победить. Начнем со сборов на остров. Участники должны поместить все свои вещи в один небольшой мешок. Туда помещается только моя косметика. Я не смогу выжить. Не смогу. Мне все это нужно. Если я надену это на себя, я пронесу это, да? Хорошо. Тина проявляет изобретательность. Несколько вещей проносит на себе. Это было самое первое испытание в Панаме. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел вертолет. Я надеялся, что это шутка. Я очень боялся, потому что у меня был травмирующий опыт. Опыт, угрожающий моей жизни. И когда я узнал о вертолете, нужно было принять решение. И смогу ли я пройти через это? Но я стою здесь, я это сделал, я пережил это. Это было очень тяжело. И все, кто слышит и видит это, если у вас есть хоть какой-то страх, вы можете посмотреть ему в глаза. Именно так для Келли началась Академия, с преодоления самого сильного страха. Он с достоинством справился с испытанием, как и положено настоящему сильному лидеру. Итак, мы на необитаемом острове. Организаторы построили бунгало, чтобы участники ночевали не под открытым небом, а с крышей над головой, пусть и бамбуковой. Начинаются испытания. Келли с первого дня занимает место лидера. Думала, Келли меня уволит, если я отпущу веревку. Испытания поражают своей уникальностью. Каждое новое не похоже на предыдущее. Каждое новое сложнее предыдущего. Было бы проще, если бы обувь была удобнее. У ботинок подошва слишком толстая, чтобы обхватить шест. Но так как у Дейзи очень маленький размер обуви, скорее всего, она продержится дольше. Но несмотря даже на самые жуткие испытания, настоящие лидеры сохраняют позитивное мышление и не теряют чувство юмора. Я съел два живых червя, вкус не почувствовал, я просто их проглотил. Вероятно, внутри они еще ползают по моему желудку. Это было несложно, но мне бы пришлось несладко, если бы там был огромный таракан. Я бы не смог это сделать. Поэтому я так рад, что мне попались черви. Я счастлив. Я счастлив, что заработал очко для команды. Честно, я не верила, что все будет по-настоящему. Я думала, у нас будет пара испытаний.
и все. Но здесь мы выходим из зоны комфорта, становимся лидерами, берем на себя ответственность, встречаемся с другими людьми из компании, с которыми вживую никогда не виделись. Мы все очень развиваем свои лидерские качества, и мы можем все это увести с собой. И члены нашей команды убеждаются в том, что это настоящая компания, что Сергей по-настоящему заботливый президент. Мы заботимся друг о друге, ведь мы одна семья, и все эти ощущения мы можем забрать к себе домой и поделиться с другими, чтобы затронуть их сердца. Как истинные амбассадоры компании, Тина и Келли не только не забывают пользоваться продуктом между испытаниями, но и делают ему промо. Мои руки до сих пор трясутся после последнего испытания со змеями, пауками, лягушками. И релакс, о май гад. После такого стрессового дня нужен релакс. Как вы уже могли догадаться, каждое испытание Академии имело глубокий смысл. Как правило, осознание того, в чем был смысл того или иного конкурса, доходил до участников спустя время. Но это не про Келли. Наш победитель четко улавливал суть испытания и моментально делал выводы. Надо уметь ждать и быть терпеливым. Нужно относиться с терпением к людям, к себе, к своей команде. И в какой-то момент я потерял терпение и даже расстроился, когда узнал, что нам нужно идти назад. Но это часть игры. Нужно постоянно учиться и становиться мастером, чтобы можно было передать знания своей команде. Когда они опускают руки, как это сделали мы, сказать им, что нужно продолжать идти. Несмотря на языковой барьер, большая часть участников говорила по-русски. Келли быстро стал не просто лидером, но и бесспорным фаворитом команды. Мне понравился сегодняшний совет племени. И для меня большая честь, что люди, которые меня не знают, написали мое имя и доверили мне быть их лидером завтра. Это заставляет меня чувствовать себя особенным и очень близким к людям, с которыми я только что познакомился. И я польщен и хочу узнать этих людей поближе и поделиться чувством, что мы одна великая компания. Осознание того, что ты часть великой компании, делает из лидера суперлидера. Келли и Тина с достоинством проходят испытания за испытанием, побеждают на Академии и выигрывают Теслу. Я в диком восторге, не могу в это поверить. Это, наверное, самый потрясающий опыт за всю мою жизнь. Здесь столько неожиданных сюрпризов и возможностей. Я люблю всех людей, с кем я здесь познакомился. Они стали моими друзьями. Я очень удивлена, и меня переполняют эмоции. Есть такая поговорка. Вы, возможно, не вспомните, что говорили люди, но вы всегда будете помнить то, что вы чувствовали. Я никогда не чувствовала столько любви от совершенно незнакомых мне людей. Это моя новая семья. Келли и Тина это заслужили. Они победили. И помимо любви и признания своей команды, партнеров, они получили и видеоприветы от победителей шоу «Survivor». Привет! Это Бостон Роб. И это видеосообщение для Келли и Тины. Я слышал, что вас можно поздравить. Вы прошли и победили в челлендже под названием «Survivor» в Панаме. И еще я хотел поздравить вас с вашей новой Теслой. Я знаю, что вы с давних пор большие фанаты Survivor. Мне сказали, что вы видели все сезоны этого шоу и что вам нравится, как я прохожу задания. И мне очень приятно слышать, что вы многому научились, глядя на меня. Большое спасибо за поддержку. Это Оззи из шоу Survivor, и я хочу поздравить вас с победой на событии летней Академии APL в Панаме. Я не могу поверить, что вы выиграли Теслу, это невероятно. Заезжайте за мной в Лос-Анджелес, давайте прокатимся, хочу посмотреть, на что способна эта малышка. А если серьезно, Келли, Тина, я вас поздравляю. Отличная работа. И вы заслужили это, наслаждайтесь. Тина Мальсом и Келли Винсент. Сильные, смелые, благодарные, терпеливые, веселые. Любящие компанию, свою семью, свое дело, свою команду. Достойные победители летней академии APL «Дикая Панама». Вы достойны аплодисментов.
Келли Винсон и Тина Мальсон действительно достойнейшие лидеры. И по возвращению с Дикой Панамы они стали нашими амбассадорами. Первыми амбассадорами в Соединенных Штатах Америки. Дальше за ними еще одна семейная пара и также участников Дикой Панамы. Также закрыли квалификацию амбассадора. Это Каори Томпсон и Дженни Томпсон. Айрат, наш самый молодой амбассадор компании. Наталья Сергеева, наш амбассадор, который закрыл квалификацию в прошлом месяце. Представляете, сколько амбассадоров после такого события на Дикой Панаме? Да, а сколько премьер-директоров, сколько международных и десятки просто национальных директоров, и все они участники Дикой Панамы. Да, это не просто летний пионерлагерь с испытаниями и, как многие называют, с конкурсами, да? Нет, это что-то большее, ведь каждое испытание – это не только проверка, на что способен ты, не только возможность встретиться со своим страхом и его преодолеть, а это маленькие тренинги. И самое главное, что каждый участник проживает за 4 дня огромную жизнь. То есть тот опыт, который дается за 4 дня на острове, наши партнеры бы не получили и за 2-3 года просто в обычной жизни. Поэтому мы знаем, что делать, мы знаем, как это делать, и мы готовы этому научить. Вот APL – это та самая компания, которой сегодня можно доверять. Каждое событие, каждое мероприятие и, собственно, все, что мы им делаем, это просто делает нас такими особенными и невероятными. Именно поэтому я с гордостью говорю, что в APL все пазы сложились идеально. Наш месяц ноябрь – это месяц компании, когда мы празднуем день рождения, а в день рождения – это не только промоушены в честь дня рождения, также маленькие приятные сюрпризы от нашего креативного отдела, от Ольги, которая постоянно думает, как же порадовать наших партнеров. Так вот, в ноябре каждый к заказу в России получает такие вот потрясающие наклейки, которые можно наклеить на свой чехол телефона, ноутбука, айпада, так, чтобы привлечь внимание и дать возможность снова заговорить об APL. Потому что, когда у вас яркая, стильная, запоминающаяся наклейка, люди спросят, а что это такое? А у вас есть возможность ответить, что это такое, показав один из наших роликов на нашем канале в YouTube. И поверьте, каждый здравомыслящий человек примет правильное решение. Ведь в глубине души каждый из вас, я в этом не сомневаюсь, молился и просил, чтобы в вашей жизни что-то произошло невероятное и запоминающееся. Что-то, чем вы могли бы гордиться. Что-то, чем могли бы гордиться ваши дети, ваши внуки, ваши знакомые. Я понимаю, что среди участников этого вебинара или тех, кто будет смотреть эту запись, есть партнеры, которые сомневаются. Есть партнеры, которым чуть-чуть не хватает для их успеха. Есть люди, которые еще не приняли решение стать частью семьи APL. И, возможно, именно эта запись сегодняшнего вебинара поможет вам окончательно принять для себя решение. Ведь то, о чем вы молились и просили, оно пришло в виде компании APL. Компании, которой 11 лет. Компания, которая в первую очередь ставит во главу угла не кратковременную выгоду, а ваш интерес, вашу выгоду, и все, что мы делаем на протяжении этих 11 лет, подтверждает мои слова, нашу настоящую искреннюю заботу о каждом партнере. Ведь я тоже, как и вы, сетевик. На этом у меня все. Желаю вам счастья, любви и терпения. До новых встреч. Увидимся 11 ноября. Храни вас Бог. Пока-пока.